Улица Воровского – одна из самых красивых в Сочи. Не последнюю роль в этом играют старые мощные деревья. Это очень красивые деревья, но они, к сожалению, или заболели, или прям практически все они требуют спила. Ветки падают. К сожалению, бывает такое, что и на людей. Заболели или нет, проверяет комиссия, и только потом вынесет решение, есть ли смысл сохранять растения. Проводится обход с обследованием зеленых насаждений, и принимаются решения о тех или иных хозяйственных мероприятиях, связанных то ли с обрезкой, то ли со спилом, то ли с кронированием. Издалека неопытным глазом сложно определить, больное это дерево или здоровое. Убедиться в правильном решении озеленителей можно в процессе работы. Мы видим характерное отслоение коры, гниль на срезе видно, и уже даже ходы каких-то грызущих, каких-то насекомых. Общественный экологический совет при главе Сочи предлагает принять регламент ухода за субтропическими растениями, ведь зеленый наряд курорта неповторим. Что касается конкретно этого дерева, желательно его спилить, потому что оно имеет уже гниль стволовую и наклон на дорогу. Возможно, это дерево будет представлять опасность. Данное дерево необходимо убрать для того, чтобы на его месте посадить другое здоровое. К посадкам новых деревьев готовы присоединиться и жители района. Обследование и кронирование деревьев в эти дни продолжится вдоль парка Ривьера и в переулке Трунова.